Всем привет, меня зовут Ник, и сегодня в испытании Кракен Рептилия я оставил по одному бою в каждой башне. В последней оставил две, специально, чтобы увидели не только босса, но и отряд, который будет перед ним. Итак, ну тут, вы понимаете, учитывая силу моих бойцов и силу моих врагов, тут особо нечего выдумывать. Можно взять самых-самых хилых своих ребят, и мы всех победим. Итак, не будем сильно заморачиваться, выберем кого-нибудь, да пусть даже Джонни. Шмот я одевать тоже не буду. Итак, быстренько пройдем бои, глянем, что там у нас за рептилия в конце. Никаких шмоток. Шмотки одевать будем, когда будем играть на хардкоре. На нормале все очень-очень просто. Так, Джонни молодец. Идем дальше. Обычно я вообще на полном автопилоте прохожу нормал. Но народ жалуется, что я выкладываю видео без голоса. Ну вот, смотрите. Чтобы вы слишком не скучали, так как где-то час мне нужно, чтобы пройти все башни, я оставлю по одному бою в каждой. Иногда бронзой, в зависимости от задания, получается дойти к самой последней башне. Ну, например, типа, нужен Джонни, а у меня есть бронзовый Джонни. Так, ну тут тоже все просто. Со шмотками еще быстрее было, но это их одевать. Так, идем дальше. 20 тысяч монет, хорошо. Только серебряные персонажи. Даже не знаю. Так, только серебряные персонажи. Итак. Тоже выберем каких-нибудь слабаков. Серебряные. Итак. Ну, возьмем. Возьмем Джеки. Джакса поставим первым. И такое чувство, что какой-то фильтр включен. Нет, не включен. Ну и этого Джакса. Вперед. Враги-поглотители. Чего они там поглощают, непонятно. Наверное, из-за каждого удара будет немножко жизни у меня передаваться оппоненту. Ну, не знаю. Возможно, мы этого даже не увидим. Упс. Так, готово. Идем дальше. Вот, за серебряную башню нормально уже 35 душ дают. Только персонажи внешнего мира. Не вопрос. Вот, кстати, уже два персонажа внешнего мира выбрано. Осталось кого-нибудь им в компашку вкинуть. Я даже знаю, кого это будет. Китана. Китана, где ты, Китана? Тоже шмотки не выбираем. Замена бойцов случайным образом. Все-таки жаль, что сложностей всего две. Первая для ветеранов уже очень легкая. Вторая, которая здесь называется сложная, ну так себе. Вот бы еще какую-то сложность для ребят, которые давно знакомы с Mortal Kombat. Ну, Джакс тут хватает, тут у него одно и то же. Прием начинал делать еще второму персонажу. Двумя ударами убил.
произошла смена. Он попытался выполнить третьему, который вылетел сразу же с блоком. Ну, некрасивый костюмчик здесь у Ермака. Так, идем дальше. Да, вот бы какую-то редкую карту, типа фермера Джакса. Кунцинь. Итак, в вашем отряде должен быть Саб-Зиро. Здесь, конечно, можно выделиться и надеть что-нибудь на них. Самый слабый Саб-Зиро у меня тот, который самый свежий. Они у меня по атаке отсортированы. Но мы выберем... А мы выберем так. Раз. Два. Даже не так. Вот так. И Кун Лао, например. Где наш Кун Лао? Не, не Кун Лао. Этот самый. Где же его получил? Куан Чи. Так, вот такая компашка. Тоже можно ничего не одевать, но я так для приличия. Для приличия что-то на него наброшу. Этот уже экипирован. Куан Чи, это для тебя, это для тебя, отлично. Да что угодно тебе можно давать, а, например, Вьера. Такой какой-то странный отряд. Так, эти ребята сейчас быстренько вылетят и глянем, что же там за кракен такой. Я, конечно, в военных фракциях его уже встречал. У него там пассивка забавная. Пассивка, которая просто выносит тебе жизни. Бьешь, с него кислота летит, персонаж отравляется. Интересно сделали. Благо этот парень у нас будет вставать по 20 раз, благодаря Куан Чи. А может и не будет. А как всегда, далеко отлетел. А хорошо, что они подходят. Так, ну это я так, чтобы вникнуть в отряд. Первый раз играем такой компашкой. Так, и что у нас? В вашем отряде должен быть Саб-Зиро. Есть, могу вообще даже три штуки взять. 63 тысячи жизней, урон, конечно, так себе. Рептилия неуязвим для истощения силы. Ну, Саб-Зиро силу не истощает. Ну, посмотрим. Наверное, рентгена у меня там напыляет целую кучу, даже на нормале. Вот уже летят от него эти брызги кислотные. Ого, серьезно. Ну, понятно. На нормале совсем все сложно. Даже с таким непрокачанным Саб-Зиро. Ладно. На хардкоре будет веселее. 50 душ мы хапанули. Кислотная кровь. Кислотной крови противник получает урон. Да, то, что я и говорил. Все. Сложность сложная. Вот такая у них автология. Ну, это будет, когда я соберусь, будет чуть больше времени, чтобы, возможно, я полностью видео запилю. Ну, посмотрим. Ладно, ребята. Всем удачи. Вот такой он у нас, этот Кракен Рептилия. Давайте, до встречи в военных фракций, и думаю, через пару дней я смогу запилить видосик более длинный, возможно, более качественный, а не с таким ограничением времени. Давайте. Всем пока-пока, удачи в военных фракциях.